Привет, извините. Это вторая часть у нас будет. Ты чё? Ты чё выкинула малыша? Ну всё, ты собираешься... Вместе со своим малышом. Он мне больше не нужен. Нет, не надо. Пусть он там лежит, сколько захочет. Уходи отсюда. Ладно. Ладно. Пойди, малыш. Новый дом у нас скачет. Вот это конец истории нелюбимого сына. А все так и вспоминали про него. Всем пока-пока.